Две медали выиграли россияне по итогам финала Кубка мира по пулевой стрельбе. Леонид Якимов стал обладателем золота. Нашему спортсмену не было равных в стрельбе из пневматического пистолета. Результат Якимова 684,8 балла. Он всего на 0,1 опередил китайца Тан Цзуйляна. Еще одна медаль у Сергея Круглова. Он взял бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Ярославский «Локомотив» одержал вторую подряд победу в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Как и в предыдущем матче со «СКА», железнодорожникам для успеха хватило двух заброшенных шайб.